Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим рецептом приготовления рождественской кутьи. С годами я нашла идеальное на мой вкус соотношение всех компонентов. Кутья получается очень и очень вкусной. При желании ее можно развести компотом из сухофруктов или водой. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Очищенную пшеницу хорошо промываем холодной водой. Воду меняем несколько раз, пока она не станет совсем прозрачной. Затем откидываем пшеницу на сито, перекладываем ее в кастрюлю с толстым дном, заливаем водой и отправляем на огонь. После закипания добавляем соль и варим на медленном огне до готовности. Пока пшеница варится, разогреваем сухую сковороду и обжариваем на ней орехи минут 5 на сильном огне. Также запариваем крутым кипятком изюм. Слегка остывшие орехи освобождаем от шелухи. Помещаем их в пакет. И слегка разминаем скалкой, чтобы получились крупные кусочки. Не забываем о пшенице, ее надо периодически перемешивать. Когда в кастрюле не останется жидкости, выключаем огонь и даем каше немного остыть под закрытой крышкой. В это время сливаем из изюма воду и обсушиваем его бумажными полотенцами. Еще теплую пшеницу размешиваем, чтобы зерна отделились друг от друга. А затем высыпаем ее в большую миску. Добавляем мак. Лучше всего купить уже готовый перетертый, потому что дома так измельчить вряд ли получится. Да и времени уйдет на это много. Перемешиваем. Высыпаем орехи, изюм. Еще раз хорошо перемешиваем. И добавляем понемногу порциями мед. Количество меда пробуем на свой вкус. Перекладываем кутью в красивую миску, сверху украшаем медом, орехами. Изюмом и подаем к столу. Вот и все. Вкуснейшая рождественская кутья готова. Всех с прошедшими, настоящими и будущими праздниками. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.